Приветствую, дорогие зрители. Продолжаем мучить Darksiders. Новый. Вот. Так. Мы тут остановились на всякой ерунде. Я тут заметила осколок вот в этой части. Только я на него, наверное, не достану. Так что зря я сюда полезла. Боже, кто мне напомнит? Мы пришли оттуда. Да, я до туда не долезу. Значит, на вот сюда. Ну, это единственный выход. Там выжившие люди? Не моя забота, наблюдатель. Представляю, как бы они охуели, увидев этого, эту бабу там. Не моя забота. Прям вся такая из себя. То дерево выглядит внушительно. Но лишь мне кажется, что оно здесь не к месту. Это древо Творца. Скорее всего, мы найдем там убежище. Миленько. Не, подожди, вот там вот что-то есть. Да, и мудак в том числе. Осколок силы. О, что здесь есть? Ну что-то нашла. Ну что, в шкафах что-нибудь? Нет. И здесь тоже нет. Тут надо ломать все, все, что видишь. Ой, я тебя не заметила. Ну вот, подхилили маленько. Какие-то горсти лучезаров или что бы они там ни были. Интересно, она может свалиться? Проверять не буду, ну нах. Вали, откуда вылез, чмо? Так, ну, маленько привлатыкалась. Долой работу, долой офисы. Да, блин, я не нажимала F. Смотри, какая интересная хуйнина. Что бы дало, туда можно будет залезть? Или что-то с ней сделать? А, подожди. Здорово, Вергилий. А, Вульгрим, ту, блядь. Я вовсе не намереваюсь. Это Вульгрим. С тобой сражаться в саднике. А ты весьма темпераментная штучка. Да? Что ж, война для меня чересчур опасное предприятие, всадник. Я здесь лишь во имя слепой наживы. Я Вульгрим. Я купец проклятых. Купец, что наживается на торговле душами. Даже при наступлении апокалипсиса нужно как-то зарабатывать на жизнь. И чьими душами ты торгуешь? Ангелов, демонов и даже людей. Для меня любая душа ценна. Я видел след из тел, что ты оставила за собой. Что мне может быть нужно от тебя? Посмотрим. Что тебе нужно? Информация. Семь смертных грехов.
Ходят слухи, что славные всадники всего лишь пешки в большой игре. Жертвы огромного заговора. Так и есть. Что ты знаешь? Я знаю, что это был бесплатный образец. Позови меня, если у тебя будут души, и, возможно, ты посчитаешь мои товары достойными. Ой, чувак, я по тебе уже соскучилась. Дай обниму. Да. Да хорошо, хорошо, бля. Иди сюда. Что тебе нужно от скромного торговца? Блин, как хорошо, что они взяли тех же актеров, которые озвучивали первую часть. Блин, чувак, да я тебя поцелую в твою страшную рожу. Покажи товар. Осколки хаоса, осколки силы, осколки фортификаторы, знать бы еще что это. Всплеск устойчивый на КМ. Им продолжать сражаться, несмотря ни на что. А, это типа брони. Осколки бессмертия, осколки неистовства, расходники. Так, разные приблуды. Блин, я прям теряюсь, чувак. Ага, аж 10 раз еще чего. Осколок шипа испускает низкий успокаивающий гул, который слышит только его обладатель. Создает пронизывающую ауру, которая отражает часть любого урона. Ага. Обратно на нападающего. Я у тебя один такой... Я один у тебя такой куплю. Еще вот, наверное, вот этот куплю. Я знал, что ты не сможешь устоять. Как хочешь. Змеиные норы. Пожалуйста, не спеши. Нет, подожди, я просто посмотрела. Так, это я в курсе куда. Угу. Да, через его змеиные норы можно передвигаться. Это позабавит нас обоих. Окей, жри, сволота. Уровень 2. На тебе еще. Больше не дам. Как хочешь. А как же анимация, когда он их натурально жрал? Да блин. Enter. А, блин, до свидания, чувак. Заставь их кричать, всадник. Как только так сразу. Ой, так. Базовый доспех. Доспех с сиськами. Как обычно, в принципе. Так, очки характеристики. Да, блядь. А, удерживать. Почему удерживать-то надо? Заебали. Физическая сила. И еще физическая сила. Назад. Спасибо, Вульгрим. Если что, я твой преданный и искренний клиент. Вульгрим и его демонский язык. Они живут, чтобы кормиться на развалинах мира, которые помогли уничтожить. Так и есть. Но невзирая на свою жажду душ, Вульгрим может пригодиться нам в этом странстве. Вульгрим вообще красавчик. Он очень помог в войне. Так, куда я залезла? Зачем я сюда залезла? Кто мне скажет? Поэтому лазить нельзя? Нет, жаль. А за это зацепиться, наверное, тоже нет. Хо-хо. А дальше-то куда? Не, ну вот же у нее такая-то потертая хуйнина, значит, можно зацепиться? Да. Слышь?
Ой, блин, вот же пидоры, а, взяли, столкнули. Блин, как же мне не нравятся эти прыжки. Я не вижу, не понимаю, зацепится она, не зацепится. Пшел вон. Там еще что-то есть. Давай спрыгнем. Толуч, Зара, знаешь, такая весточка. Полезная. Опа! Так, тут еще какая-то хуйло сидит. Не падать, не падать. Тьфу ты, господи, ты меня напугала, я думала, ты сейчас упадешь. Так, тут все опять завешено какой-то сраной паутиной. Ну, если паутина, значит, точно увидим паука. Ну, они лурчеры, но я их буду Лучезара называть, не так проще. Ой, еще что-то вывалилось. Малоисцеляющий, хорошо. Красота. Как же разрослись его корни. Они словно пронизывают все. Так и есть, госпожа. О, восходящий поток, значит, ей точно дадут крылья. Ага. Не, высоко. Так, давайте посмотрим, куда тут можно залезть. Не выломать. Ай, блять, да как запрыгнуть туда? Или здесь куда-то в другую сторону надо было? А если в другую, то куда? Ну сюда крылья нужны, здесь восходящие потоки. А крыл у меня нет. Вон там еще пиздень какая-то летает. Ну мне точно туда, однозначно туда. Вопрос, на что мне стать, чтобы она туда запрыгнула? Бля, найти точку нужно. Ну, где эти хуйнины? Да, мерзкая тварь. Пшел вон. Сволочь. Но меня интересовали вот эти вот души. Так, горсти всяких лурчеров.
Ну я до тут не допрыгну при всем желании. Бля. Так. И что, это вот за этим я сюда спустилась, что ли? Нахуй нужно было. Ну ладно. Ну я до тут не допрыгну, сюда крылья нужны. Ай, ладно, потом мы где-нибудь обязательно какого-нибудь ангела оторвем. Может, даже Уриэль это Урил отдаст свои. Хотя нет, если она свои отдаст, как же она потом в войне будет глазки строить? Любопытно, остался ли тут хоть кто-нибудь? Здесь должен быть Ультейн. Здорово, Ульгрим. Ну, я с тобой торговать сейчас не буду, я по делу. О, человек, смотри-ка, живой. И не один, нихуя. Прячьтесь за меня, малыши. Я сам разберусь с непрошенными гостями. Ультейн. Всадник. Ярость. Сохраняю за собой право убить тебя на месте, а ты? Удивлен и испытываю немалое облегчение. Зови меня Ультейн Черный Молот. Так что, сегодня меня расплющивать не станешь? Ты ведь творец, верно? Да, когда есть что творить. В наши дни мои навыки требуются лишь для создания орудий смерти. Это не твоя война. Нет, но и не их. Как и твой совет, всадник. Я обеспокоен равновесием. Люди, какими бы хрупкими они ни были, тоже часть равновесия. Ты ведь наверняка здесь для их защиты. Неверный вопрос. Племя жалких безволосых обезьян, чей величайший талант изобретать все более хитрые способы уничтожать друг друга. Есть такое дело. Пусть страдают вечно или вымрут завтра, я и глазом не моргну. Тогда что тебе здесь надо? Как тебя звать? Джонс. Джонс. Задай мне тот же вопрос снова, на последнем издыхании. Ха, так глядись. Видишь все это? Ты правда думаешь, что меня что-то пугает? Полегче, парень. С ней лучше не шутить. Правда? А что мне терять? Эта глупая свара выставляет всех вас дураками. Ангелов, демонов, всадников, даже Творца. За что вы вообще сражаетесь, а? А ему сейчас кишки нахер выпустит. И будет права в каком-то смысле. Этот мне по душе. Так и быть, дыши дальше. Ой, смотри-ка. Всадник, прошу. С тобой на нашей стороне мы полностью изменим весь ход событий. У людей еще может быть шанс. Не, не будет нихуя. В моем задании равновесие. Но в нем нет их. Я здесь, чтобы выследить 7 смертных грехов и вернуть их совету. Ни больше, ни меньше. А что если я помогу тебе? Ну, помоги. Твою цепочку можно доработать. Искренне сомневаюсь. Я и без помощи отлично справляюсь. Разумеется. Но если ты вдруг не догадалась по имени, я творец. Искусный в создании орудий разрушения, хаоса и боли. Сдается мне, что даже нижайший Ультейн мог бы улучшить твое вооружение, если ваше всадничество мне позволит. В обмен на... Человечеству не выжить без помощи. Если встретишь по пути людей, прошу, направляй их сюда. Окей. Только ты их все равно не защитишь. Только здесь они точно будут под защитой.
Направляй их. Как, по-твоему, эти обезьяны сумеют пересечь поле боя и найти тебя? О, им не нужно. Им понадобится вот это. Мост. Его могут использовать только люди. Одно прикосновение, и их отправят прямиком в убежище. Мне нужно прикасаться к ним? Я согласна, Творец. Пусть и сомневаюсь, что твой зверинец станет менее бесполезным. Вот и договорились. А в качестве жеста доброй воли предлагаю тебе подарок. Гнев. Где? Ищи расщелину адской глубины в подземелье, под городом. И прошу тебя, всадник. Да-да, я буду отгонять малышей к тебе, как бы это ни было бессмысленно. Поглядим. И запомни, ярость. Двери убежища открыты для любого, кто попросит. Ой, Ультейн, пропадут твои старания зря. Все равно этих людишек, кроме конца собственных жалких жизней, ничего не ждет. Я это по первой части знаю. Так, зачарованный камень, наполненный магией мастеров. Он даст возможность любому человеку мгновенно перенестись в убежище. Ну, будем делать, что можем. Но вот эти вот мужички, это люди. А это кто? Ты кто такая? Женщина, я тебя не помню. Это еще какой-то хрен. Добро пожаловать. Из этих народа Ультейна. Что ты делаешь, мужик? Что это? Ой, охренеть. Так, подожди, давай, может, еще этот может мне что-то сказать. Без Ультейна не знаю, смог ли кто-нибудь спастись. Охренеть. Это, видимо, лифт. Ну, как минимум, на него похоже. Давай залезем куда-нибудь повыше, посмотрим, что нам интересного есть. Не, все его старания в бестолку, потому что когда придет война, когда его этот совет уже отпустит, ну это в первой части было, то этот... Теперь я могу спать спокойно. Угу. То, короче, этот наблюдатель, которого присобачат к всаднику, ну такая же поебень, которая у нее вылетает и там на мозг капает. Короче, такая же поебень, и она, он сказал, что все людишки вымерли 100 лет назад. Ну вот, и там, как бы, собственно, все старания Ультейна пройдут мимо. А это, походу, наверное, он кузницу свою делает, такую, как мы находили, то есть тоже вот из первой части. Это, походу, это была его кузница. То есть он ее сейчас создает. Это место... Прекрасно. Я бы с тобой поспорила, дружок. Но в твоем случае этого вполне хватит. Ладно, я не буду тут вас трогать, хрен бы на вас. Так. Он явно отдается своему делу всей душой. Так его выгнали, что ему? Он не видит, что действительно важно. Возможно. Он еще одна пешка, которая никогда не понять игру, в которую она играет. И ему нравится звук собственного голоса, не так ли? Не он один. Ты что-то сказала? Да. Так, ладно, продолжаем разговор. Что-то она у меня взяла и вылетела. Артефакты ангелов. Артефакты могут быть использованы для улучшения оружия. Или Ультей наверняка сможет найти им применение. Ну да, тут вон дохлый ангел валяется. Так, подожди, это ж вульгримновская. Отлично. Блять, опять не то нажала. Да блять, ну
Ну, молодец. Ладно, еще наберем. Ну, давай, давай. Опять ты. Да, бля. Да, блядь, нечестно, она же уклонилась. А где же добивание? У войны были такие шикарные добивания. Так, надо залезть обратно. Эй, урод, стой, я с тобой не закончила. Слышь ты, говнина, а ну стоять. Адамантин. Адамантин может быть использован для улучшения вашего оружия. Так, это тоже нельзя пробить. Ладно. Ну, нычку нычку Ульге мы нашли. Ладно. Ультейна встретили. Хотя, возможно, он и спас этих людей, только в войне об этом знать было не обязательно. Ты охуел? Да бля, ну вот... Сделайте на одну кнопку все. Это я что раньше не подобрала? Блять. Не, ну вот же нажимаю уклонение. Блин, да ты заебал. Вот эти, которые кидаются, самые хуёвые суки. Не, ну вот же нажимала уклонение, она не уклонилась. Какого хера? Пожалуй, наверное, имеет смысл это лечение на другую кнопку поставить. Ну, применение этих штук. А то не очень удобно, если честно, их применять. Ладно. Тут есть что-то интересное. Что-то я там, походу, разбила за стеной. Ладно.
Вроде все. Ага, не все. Так, он сказал прыгать куда-то вниз. Значит, сюда? Прошу, нет. Просто, просто убей меня. Я... Да, успокойся. Хватит ныть, человечишка. Да. Подойди. Быстро. Быстро. Хочешь жить? Что? Что? Если хочешь жить, могу отправить тебя в безопасное место. Относительно. Прикоснись. Глупцы. И то правда. Удивительно, что они так долго царили на земле. Ну, хотя, с другой стороны, ее можно понять. Тут за тобой всякие твари бегают, тут приходит какая-то баба, блин, с железными сиськами, и давай тебе это, пошли со мной, пошли со мной. Хуй тебя знает, что ты с ней там сделать хочешь. Опять? Серьезно? Так, местами мне поведение этой игры совершенно не нравится. Она любит зависать на пустом месте. Здесь пахнет смертью. Поверь мне. Мы 1000 лет были вместе. Так, вот ваши интимные подробности мне что-то не интересны для справки. Ой, бля, какие крабы. Так, давай я сначала туда сгоняю. А, в Ульге. Так, дай-ка... Приветствую. Это позабавит нас обоих. Отлично. Назад. Ну, больше я тебе пока не дам. Я хочу... Как хочешь. Да-да-да, до свидания. Заставь их кричать, всадник. Так. Угу. Угу. Давай, так у меня тут еще есть. На 5000 точно не наберу. А, не, наберу, смотри-ка. Так, доспехи, т.д. эти, бля, где они? Во. Так, пусть будет магический урон. Она у меня маг. Хотя нет, знаешь что, лучше пусть будет здоровье. Бля, тут столько здоровья, но лучше пусть будет оно. Ай, блин, ну почему надо удерживать? Чё за бред? Так, реликвии. Больше я ничего не могу поставить. А у него и другой нету. Ладно. Отмена, назад. Слышь? Слышь? Что тебе нужно? Свой товар покажи. Так, нефокусированный левиафан. Так. 3% лучеров после разрушения. О, это регенератор, клево. Ярость, 5% шанс оружия увеличить гнев после убийства врага, 10% получаемого гнева. Ядро омоложения. Этот камень автоматически увеличивает на 75 единиц количество здоровья, восстанавливая отсрочки нефилима. Так, ты мне вот это вот дай. Я знаю, без твоих этих. Так, как без... хочешь. Боже, как хорошо, что они взяли именно этих же актеров. Заставь их кричать. Хоть приятно слушать. Ай, блядь, еще кнопки. Хуйки. О, красота. Так, Ульгрим. Тут с крабом пока не спускаемся. Ой, бля. Блин, халтурщики, я этих пауков в первой части видела.
Называется, не будь зафиг нам рисовать все заново, если можно взять твари из первой части. Это, блядь, как ее звали, не помню. Короче, паучиха большая, это ж ее дети. Как ее звали, блядь? А, бля, я забыла. Короче, дети паучихи. Так. Опа. Чё-то там то ли на С, то ли на Е. Я уже не помню, бля, как звали эту паучиху. У которой война отжал, по-моему, которой война жопу надрал паучью. Точнее, не, подожди, почему? Это вот я зря сейчас на них наехала. Он же еще не надрал ей паучий зад. Бля, я думал, она сейчас свалится. О, клёво. Да, бля, ну ты охуел? А! Да бля, я клоняться пытаюсь. Просто я не буду лезть к тем паукам, по крайней мере, пока. На обратном пути. Блин, ну теперь буду сидеть полчаса думать, как звали эту паучиху чертову. Осколок силы, осколок шипы. Видимо, это когда-то было людьми. Ну ладно. Еще осколок хаоса. Ну ладно, потом вернусь. Как я уже сказала, мне совершенно не нравится поведение этой игры. Меня бесит, что она по каким-то своим интересным причинам зависает. Меня из нее уже, наверное, несколько раз выкинуло. Наверное, они еще какие-то фиксы будут делать. Ой. Ладно. А еще мне не нравится, что у нашей милой и прекрасной ярости нет добиваний. Не, я, конечно, понимаю, что она не война, она не может залезть на башку и разорвать ему пасть, но, блядь, хоть что-то она может сделать. Ить, ить. Иди сюда, стоять! Прицелиться, нажмите, совершить бросок. Во что? Прицелиться. Да подожди ты. Я не прочитала, оно быстро исчезло. Ну, надо кинуть вот в эту вот хуйнину, так? Так, оно взрывается.
иди сюда. Напиши еще, что я надо сделать. Так, все, лети отсюда. Настройки. Привязка клавиш, язык. Ай. Блок удар, режим прицела. X. Какой дебил засунул режим прицела в X? Не, подожди, наверное, чем-то другим надо стрелять. А может и не надо. А эту штуку нельзя снять сверху. Так, подожди. Я здесь ничего нет. Могла бы и не целиться. Внимательность вроде как положена тебе по званию, наблюдатель. Какая гадость. Да, блин, вы заебали. Ну вот почему она их не бьет, когда надо, блядь? Хуйней только мается. Все, что она может. Война, когда добивание дел, в какой-то степени он становился неуязвимым. Как неуяз был. А это, блядь, не канает. Оля, из мусорки что-то выпало. Чёрт. Здесь на поверху можно было пройти или нет? Что-то огненное нам должны дать, чтобы... Верность. Я разное о нем слышала, но как же гадко видеть его воочию. Кажется, меня сейчас стошнит. А, это лень. Ну, не лень, праздность она, по-моему, называлась. О, где-то рядом нычка Вульгрима. Вот нычка Вульгрима. Здорово, черт потлатый. Ага. Не спеши. Теперь заново придется покупать. Угу. Мудрое решение. И не говорим. Так, Backspace. Это позабавит нас обоих. Твою мать, назад. Как хочешь. Так. Надо ему еще скормить и еще подкачаться. То получается, в прошлый раз меня заглючило и выкинуло. Да, да, да. Это позабавит нас обоих. Спасибо. Как хочешь. До свидания. Пока, прощай. Буга-га-га-га.
еще что она там сбивала, ладно. Да вот перепрыгнуть вариант вообще никаких. Ну вот как-то так. Через зависание продрались. В принципе, нормально будет, если она не будет, сука, зависать. Что ж, а сейчас всем пока.